Площадка фестиваля болельщиков, рассчитанная на 10 тысяч человек, будет оборудована в районе Южного Молла, причем территория не будет ограничена самой площадью. Фан-зона охватит и улицу Несебрскую. За 24 дня работы сюда планируется привлечь до 250 тысяч гостей. Сейчас продолжается формирование программы. Предусмотрены трансляции самых ярких матчей на больших экранах, концерты звезд, культурные, развлекательные и спортивные активности. В связи с этим будут введены ограничения для движения автомобилей в районе фан-зоны. В частности, будут перекрыты улица Несебрская от Поярка до Войкова, улица Войкова от Несебрской до Курортного проспекта, а также улицы Кооперативная, Москвина и переулок Электрический. Одностороннее движение будет введено по улице Поярка и Воровского. А улица Орджоникидзе получит двустороннее движение. Речь идет об отрезке от Зимнего театра до храма Михаила Архангела. Чтобы ограничения на дорогах не привели к заторам, глава Сочи поручил провести большую информационную кампанию и убеждать водителей пользоваться в это время дублером Курортного проспекта или объездной дороги. Нужно будет ставить информационные щиты, как это мы делаем на спутнике, и сотрудники полиции будут отправлять на дублер. Для того, чтобы это произошло, надо это все внести в обязательном порядке. Все это есть, Анатолий Николаевич. Если мы этого не сделаем, будет такой транспортный коллапс, с которого мы не вылезем. Единственный вопрос – это создать, чтобы все-таки ушли на дублер. Сотрудники ДПС уже на Мамайке будут рекомендовать водителям следовать на дублер. Также волонтеры будут распространять специальные листовки с описанием всех ограничений движения и возможных путей объезда. Но к затруднениям на дорогах зачастую приводит и обычная халатность водителей, бросающих машины на обочинах. И сами жители тоже возмущены. Такие фотографии нарушений правил парковки заполонили соцсети. Самое страшное здесь, что здесь нужно понимание, что иногда дорога, проезжая часть, настолько сужается за счет этих нарушителей, что просто не могут проехать специализированные машины, например, такие как пожарная или машина Саха по уборке мусора. А мы все-таки все хотим жить в чистом городе, мы хотим жить в безопасном городе, и я думаю, что, конечно, это важно. Альтернатива организованной стоянки есть, но практика показывает, что зачастую жители выбирают путь нарушений. Однако эвакуация транспортных средств проводится только по отдельным участкам города. А такие улицы, как Карла Либкнехта, Поярка, Ривьерский переулок, Рос, Конституции, Московская, Горького в районе ЖД вокзала, остаются без внимания полка ДПС. При этом, по словам инспекторов, количество протоколов, составленных за неправильную парковку, растет. Но реальная ситуация показывает, что эффекта нет. В связи с этим глава Сочи предложил уже на следующей неделе провести расширенное совещание с представителями всех силовых структур – прокуратуры, ФСБ, где будет дана оценка эффективности организации работы в этом направлении полка ДПС. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.